день, уважаемые дамы и господа. Перед вами новые сады Семирамиды. Или сады новой Семирамиды, пожалуй, так точнее. Я предлагаю вам опасную прогулку вглубь голливудских джунглей. Правда, вас нет в списке гостей, но это мы как-нибудь уладим. Внешность обманчива, уважаемые дамы и господа. И порой самые прелестные создания часто самые смертоносные. С другой стороны, угрожающая внешность или агрессивное поведение нередко служит ширмой для ранимой натуры. Все ведь так запутано. Итак, опасная прогулка. Голливудские джунгли, где даже бабочки железные. Итак, сегодня вы увидите гениальную Джанет Макдональд Магнифика, что означает «Джанет Макдональд великолепная». Она появилась на калифорнийском побережье в 30-е годы прошлого столетия. Затем долго хранилась в коллекции Луиса Майера. Его можно в этом обвинить, ведь он лишил ее свободы. Но независимость в обмен на популярность обычная в этих широтах сделка. Сейчас на побережье упадут сумерки. Не отставайте и смотрите под ноги. Мы начинаем. В темпе вальса. И раз, два, три, раз, два, три. Спину прямо, подбородок выше. Обратите внимание на сестер Макдональд. Вот как надо. Все дочери филадельфийского бизнесмена Дэниела Макдональда обучались пению и танцам. Это было их желанием. Родители не собирались мешать. Наоборот, содействовали. В итоге старшая стала пианисткой, средняя – актрисой, а младшая – Джанет. Кинозвездой. На профессиональной сцене Джанет дебютировала вместе с сестрами в ансамбле «Певчие птички». Пели они действительно неплохо, и Джанет лучше остальных, хотя ей было всего 11 лет. Повзрослев, она отправилась штурмовать Бродвей и, не взяв его сходу, приступила к планомерной осаде. В дело шли призывные взгляды, лесть, а при необходимости острые локти и сарказм. Каждая бабочка начинает гусеницей. Для победы Макдональд была готова ползти по головам. Ползти пришлось издалека, из последних рядов кардебалета. Наконец, Джанет повезло. Ведущая актриса свалилась с лестницы и сломала ногу. Нет, я, конечно, ни на чем не настаиваю. Но на Бродвее солистки редко падают сами по себе. Обычно им помогают. Лучшие подруги, например. Ну, там, подпиливают каблуки, ставят подножки. Да есть тысяча способов помочь. Разумеется, мисс Макдональд вне подозрений. Кому вы поверите? Мне, цинику с пробегом, или очаровательной леди в облаке красно-золотых волос? Публика приняла Джанет превосходно. Директор труппы подписал с ней контракт на огромную сумму и обещал, что ее имя засияет на фасаде театра. Он сдержал свое слово. Макдональд долго стояла возле театра, любуясь своим именем, освещенным сотней лампочек. Она знала, что не остановится на достигнутом, и поэтому боялась упустить что-то важное. Что именно? Джанет не смогла бы ответить точно. Возможно, это были пустые страхи. Возможно. С появлением звуков кино спрос на поющих и танцующих актеров резко вырос. В Нью-Йорк нагрянули голливудские так называемые «охотники за головами». Один из них и выследил Макдональд. Впрочем, она особо не пряталась. Вскоре фотографии актрисы попали к известному режиссеру Эрнсту Любичу. Он почесал в затылке и произнес историческую впоследствии фразу: «Если эта девочка еще и поет, я сделаю ее звездой мюзикла». «А если не поет, все равно сделаю ее звездой», — добавил Эрнст Любич, не для протокола.
Ему сразу поверили и заранее посочувствовали бедной девушке, которой предстоит работать с этим невыносимым типом. Эрнст Любич, как известно, обращался со звездами, как с портновскими болванками. Чтобы понравиться ему, живая девочка должна была прикинуться куклой. На съемках Любича ждал неприятный сюрприз. Девочка оказалась характером. С первых же минут она действовала ему на нервы своей пунктуальностью, образцовым поведением и абсолютным неприятием фамильярности. Однажды Любич имел глупость сократить ее фамилию. «Мак!» – обратился он к Джанет. В ответ она назвала его «Лю». Все, конечно, затаили дыхание в предвкушении хорошей драки. Но Любич посчитал, что они с бывшей хористкой в разных весовых категориях и притворился, что ничего не слышал. Правда, с тех пор Любич обращался к Джанет исключительно «Мисс Макдональд». «Мисс Макдональд, заткнитесь! Мисс Макдональд, вы потрясающая зануда!» Любича во всем поддерживал партнер Джанет, французский шансонье Морис Шевалье. С его стороны это была месть отвергнутого мужчины. Непонятно, на что он вообще надеялся. 40-летний иностранец в дурацком канотье. Макдональд коробил от одной мысли, что они могут быть вместе. Вы думаете, я буду опираться на кого попало? Меня зовут Морис. Мне пора идти. Нет, только не так сразу. Посмотрите, у вас одна нога хочет уйти, а вторая хочет остаться. Обе хотят уйти, меня ждет моя семья. А как же я? В каком смысле, как же вы? Ну, в том, что я застрял здесь и не могу выехать. Мой экипаж сломан, и мне одиноко. Вы не можете меня так бросить. Вы что, ненормальный? Да. Если Джанет надеялась, что ей больше не придется работать с Шевалье, она сильно ошибалась. После успеха фильма «Парад любви» оба были обречены на долгое, плодотворное сотрудничество. Естественно, под руководством добрейшего господина Любича. Ибо коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит. Ну, хотя что-то я увлекся. По делу. В конце 20-х режиссер Эрнст Любич изобрел так называемый «руританский фильм». От слова «руритания» – вымышленная европейская страна. Руританский фильм легко опознать по красивому, неправдоподобному сюжету, пышным декорациям и пародиям на аристократию. Типичный представитель жанра – мюзикл «Веселая вдова», снятый по мотивам оперетты «Легара». Прошу тебя. Любой мужчина, который может танцевать по жизни с сотней женщин, но готов идти по жизни только с одной, должен жениться. Музыкальные номера в исполнении «Макдональд» представляли собой мини-шедевры. Критики писали: «Вокальные жесты Джанет Макдональд гораздо более французские и гораздо более соблазнительные, чем позволяет нам рассчитывать филадельфийское воспитание актрисы». Девочки, джентльмен хочет, чтобы его развлекали. Ну, вот они и пришли. Афиши фильма «Все женщины-стервы» предупреждали: это не мюзикл, что означало, занятая в главной роли Джанет Макдональд петь не будет. Желтая пресса отреагировала мгновенно. Срочно! Сенсация! В картине снималась не Джанет, а ее сестра Блоссом. Куда делась Джанет? Ей плеснула в лицо кислотой ревнивая бельгийская принцесса. Кошмар! В бельгийском королевском доме эту информацию опровергли. Равно как и в Голливуде. В официальном пресс-релизе сообщалось о несокрушимом здоровье мисс Макдональд и о ее планах не только посетить Европу, но и в будущем чаще играть драматические роли без пения. Публика была разочарована. Для звезды в зените славы Макдональд вела себя как минимум странно. Ее распорядок дня напоминал монастырский устав. В 6 утра подъем, занятия у балетного станка, легкий завтрак, стакан теплого молока и фрукты. Уже в 7 утра гримерная, а в 8 павильон. В 10 вечера отбой.
Никаких излишеств. Разве такое возможно? По поводу мужчин? Джанет держала их на расстоянии, опасалась навредить карьере. Мужчины в отместку дали ей прозвище «Железная бабочка» и прятали шрамы, оставленные ее заостренными крыльями. Когда в середине 30-х началась работа над мюзиклом, да, снова над мюзиклом «Капризная Мариетта», на главную роль французской принцессы в бегах пригласили Джанет Макдональд. На этот раз актриса поставила условие. Партнера она выберет сама. Ей окончательно надоел шевалье. И какого вам парня нужно найти? Молодого, умеющего петь по нотам? А если честно, блондина с голубыми глазами? Да пожалуйста. Знаете, как его зовут? Нельсон Эдди. Да, рост 182 сантиметра, блондин, глаза голубые, оперный певец. А возраст 33 года, склонен к полноте. Не то? А что же вы хотели у меня в баре? Это же бар, а не какое-то модельное агентство. Да нет, вроде то. Хотя над этим материалом нужно было еще много работать на съемочной площадке. Режиссер Ван Дейк вскоре начал терять терпение. Это феноменально. Я снимал индейцев, африканских аборигенов, пигмеев, эскимосов, носорогов, в конце концов. И все у меня двигались перед камерой. Все! Все, кроме Нельсона. Джанет Макдональд и режиссер Ван Дейк прилагали титанические усилия, чтобы выгодно преподнести Нельсона публике. Эта версия «Капризной Мариетты» имела бешеный успех. Пресса поздравляла читателей с рождением сенсационного дуэта Джанет Макдональд и Нельсон Эдди. Режиссер Ван Дейк не сомневался в квалификации Макдональд. Однако Эдди по-прежнему вызывал у него неприязнь. Так что, когда Ван Дейк приступил к экранизации оперетты Рудольфа Фримля «Розмари», он посоветовал Джанет присмотреться к Аллану Джонсу. Красавец! И поет прекрасно, а двигается как леопард. Макдональд демонстративно заткнула уши. Она не представляла в роли бравого сержанта Брюса никого, кроме Эдди. Простите, что отняла у вас время. Спасибо за все, за то, что спасли мне жизнь, но сейчас я в порядке. Больше вам не нужно за меня беспокоиться. Езжайте по своим делам. Я не могу бросить вас одну. Проводник сейчас вернется. А если не вернется, вы ведь даже понятия не имеете, куда путь держите. Да знаю я. Я очень хорошо знаю, куда держу путь. Это замечательно. Я уже боялся, что не знаете. Съемки мюзикла «Розмари» проходили в горах возле озера Таху. Джанет и Нельсон жили в домике, окруженном реликтовыми соснами. Обстановка располагала к откровенности. И однажды Эдди подарил Джанет кольцо. Она была уверена, что он намерен на ней жениться. В книгах, если мужчина дарит девушке кольцо, он обязательно на ней женится. Но это в книгах. Роман Нельсона и Макдональд Луис Майер воспринял как личное оскорбление и потребовал все прекратить. У Джанет только один имидж – непорочный ангел. У ангела не может быть детей. И актриса продолжала жить с матерью и тремя карликовыми пуделями. Вот три подушечки, тут они и спали. Ну, я имею в виду пудели. Перед сном Джанет читала пуделям сказки, в которых принц спасал принцессу от жестокого дракона, но не помогало. «Розмари» обогатила MGM еще на несколько миллионов долларов и даже превзошла «Капризную Мариетту». «Это нечто абсолютно уникальное в кино», писала о фильме «Нью-Йорк Таймс». «Когда Макдональд и Эдди поют, забываешь обо всем.
даже об авторах опереты и фильма. Коллекционные рамки с бабочками – популярное настенное украшение в домах киногероев. Таким образом подчеркивается либо добродетель персонажа и его стремление к прекрасному, либо он объявляется убийцей беззащитных насекомых и, следовательно, злодеем. Коллекция кинозвезд, собранная Луисом Майером, свидетельствовала о том, что ее владелец, во-первых, авторитарен, во-вторых, не имеет чувства меры. То есть налицо гремучая смесь. Мисс Макдональд, мне нужен ваш совет. Да, в 2:30 ночи. Да, в моем офисе. Но зачем нам ссориться? Совет. Один руководитель студии, мисс Макдональд, готов отказаться от семьи, чтобы соединить, так сказать, свою судьбу с одной из своих актрис. Ну, что вы скажете на это? И только не говорите, что браки заключаются лишь на небесах. Мысль стара. Это был сон, убеждала себя Джанет. Мисс Макдональд? Дурной сон. Алло? А ведь то, что дурной, это факт. Сон с участием Луиса Майера мог быть только кошмаром. Молчание? Знак ответа «да». Макдональд искала защиты у Эдди. Приглашала его в гости и удивлялась, что ее всегда такая лояльная мать не скрывает своего презрения к этому человеку. Чудовищное недоразумение. Когда-нибудь они подружатся. Нельсон отличный парень, просто ему нужно время. Джанет не хотела на него давить, просто ждала. Макдональд соглашалась сниматься с кем угодно, но при одном условии. Ее партнерами должны быть драматические актеры. Допустим, Кларк Гейбл или Спенсер Трейси. Майер мог позволить Джанет такое удовольствие. Это мистер Нортон, хозяин кабаре. Здравствуйте. Проект назывался «Сан-Франциско». Я певица. Покажи ножки. Я же сказала, я певица. Я понял, покажи ножки. Давай, не стесняйся. Худовато. Знаешь эту песню? Да. Отлично, спой. Не так уж важен звездный свет. Я не смею и думать, что буду когда-нибудь твоей. Я только знаю, что люблю тебя. Полюби меня, и весь мир станет моим. Зрители в целом фильм одобрили. Тем не менее, их не покидало чувство нелогичности происходящего. Гейбл и Макдональд? Многие до финальных титров надеялись, что откуда-нибудь выскочит Нельсон Эдди, отнимет Джанету Кларка и споет с ней песню на фоне заката. Вот это было бы правильно! Приятный голос, детка. 75 недель устроит? В обморок упала. Дайте мне столько, и я сдохну от радости. О, а что происходит на экране? Неужели мисс Джанет Макдональд выходит замуж? Жених – актер Джин Реймонд. Кстати, голубоглазый блондин. И на этот раз Майер не возражает. Наоборот, лично организовал свадебную церемонию. Сказал, мы отгрохаем такое, чтобы об этом заговорил весь мир. Итак, дубль номер 2. Перед вами новые сады Семирамиды. Или сады новой Семирамиды, пожалуй, так будет точнее. А вас еще нет в списке гостей этой свадебной церемонии? Нет, сожалею. Зато там есть Фред Астер, Джинджер Роджерс, Кларк Гейм, Мэри Пикфорд. Ну не расстраивайтесь, ну не плачьте. Я знаю парня, который продал бы душу, чтобы сбежать с этого помпезного мероприятия. Его зовут Нельсон Эдди. Знакомы?
Конечно, старый знакомый. Это Майер притащил его сюда за шиворот с криком: «У тебя в контракте записаны обязательные рекламные акции. Считай, что это одна из них». Эдди заставил себя поздравить молодоженов. Он даже спел для них «Я воистину вас люблю». После чего сник окончательно. Поклонники верили, что свадьба только рекламный трюк, что на самом-то деле их кумиры Джанет и Эдди вместе. Из этого следовало, что пара еще не исчерпала свой коммерческий потенциал. Джанет думала иначе. Она попросила у Майера другого партнера. Продюсер ответил отказом. «Вы будете работать с тем, с кем вас хочет видеть публика». Майер откровенно наслаждался ситуацией. «Браки заключаются на небесах», – замечал он актрисе при случае. Он возвращал ей долг, причем с процентами. В фильме «Новолуние» Джанет играла богатую плантаторшу, а Нельсон – ее белого раба по совместительству мятежного французского аристократа. Они так увлеклись, что снова решили пожениться. И зачем-то рассказали об этом Майеру. Продюсер догадался, что актеры не в себе, поэтому наказание было мягким. Джанет исполнилось 36, а ей приходилось играть выпускниц старшей школы. Критики советовали ей взять паузу. И мысленно она соглашалась с ними, но контракт – длинная острая булавка в ее теле. Нельсон тоже не молодел. Он начал пить, растолстел. Печальная картина. Их последней совместной работой стал мюзикл «Я женат на ангеле». Хотя все называли его «Деньги Майера, выброшенные на ветер». Все, и в первую очередь сам Луис Майер. Эдди и Макдональд выглядели довольно жалко. Он в роли венгерского толстосума, она в роли скромной секретарши, приснившейся главному герою в виде ангела Господня. Так продолжаться не могло. В планы MGM не входило банкротство, поэтому Майер обрезал веревки, заставлявшие его марионеток плясать. Джанет сразу не заметила, она была очень занята. Концерты, записи пластинок, радио и телешоу. Пока шла война, Макдональд разрывалась на части. А потом оказалась никому не нужна. Время не пощадило и Нельсона Эдди. Когда Джанет случайно пересеклась с ним на телевидении, она разрыдалась. Так он обрюзг и постарел, ее сказочный принц. Макдональд пыталась перейти в другую лигу. Она брала уроки академического вокала у знаменитой оперной певицы Лотты Лемон. Та сначала скептически отнеслась к ее желаниям, но потом прониклась к Джанет симпатией и даже заявила, что, несмотря на испорченность и дешевую популярность, у Джанет могло быть настоящее будущее. Если бы начала не так поздно. Хотя ноту «ля» можно похвалить. Да, если бы она располагала временем и здоровьем, оно подводило актрису все чаще. Бабочки-то долго не живут. Оказалось, железное не исключение. Однако смерть не мешает Макдональд завоевывать новых поклонников по всему миру. Полагаю, и вы пополните их ряды. Будете бесконечно вслушиваться в ее интонации, рассматривать складочку на лбу или узор на платье.